Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про свята, які відзначає Православна Церква взимку. У нас в гостях священник Максим Злобін. Священник Максим Злобін, протоієрей Української Православної Церкви. Навчався у Почаївській духовній семінарії. Закінчив Київську духовну академію. Голова єпархіального відділу соціального служіння та благодійності Дніпропетровської єпархії УПЦ. Займається місіонерською роботою у соціальних мережах. Настоятель Свято-Покровського храму у Дніпрі. Хобі – спів, музика, історія. Отець Максим, я радий вітати в чергове вас у нашій студії. Власне, пропоную почати нашу розмову з Різдва. Більшість православних християн саме в нашій державі звикли відзначати це свято 7 січня, зараз деякі відзначають 25 грудня, але тим не менше православні, чи то які святкують за Григоріанським, чи за Юліанським, відсвяткували власне Різдво. От що це за свято, його історія, його традиції, його значення? Вот Різдво для православної людини – це що таке? Ну, знаете, в первую очередь я хотел бы акцентировать свое внимание на том, что все-таки, говоря об этом празднике, всегда мы должны говорить не просто Рождество, а Рождество Христово. Рождение в мир Спасителя этого мира, Господа нашего Иисуса Христа. Это праздник, который подытоживает множество сказаний, пророчеств, предвозвещение о том, что на конец веков, тогда, когда в человечестве практически на нуле будет любовь, уважение, взаимопонимание, когда люди будут служить исключительно своему чреву, придет в мир Спаситель, который избавит род человеческий от греха, проклятия и смерти. И вот, исполняя пророчество, исполняя обетование, данное Бога Отцам Адаму и Еве еще в раю, Христос воплощается в нашу плоть, рождается в убогих яслях, в Вифлееме, от Пречистой Девы Марии, исполняет это пророчество, проповедует на земле, живет среди нас, как и писал святой апостол Иоанн Богослов. Слово стало плотью и жило посреди нас, обитало с нами, и мы видели славу этого Бога Слова, второго лица Святой Троицы. Поэтому Рождество Христово – это начало новой эпохи существования этого мира. Диаметрально другое положение в мире. Мы даже летоисчисление ведем от Рождества Христова. Поэтому для каждого человека... До речи, я трохи доповню. От саме у радянський час, трохи так, щоб змістити акценти, саме було не як, скажімо, це в англійській мові Before Christ, змінно на до нашої ери. Да, але да. Що це за наша ера, ну, зрозуміло. Конечно, да, это очень интересно. Но и это Рождество, оно изменило ход истории человека. Масса народов от того времени до сегодня, узнавая Христа, узнавая Его учения, они полностью меняют свою жизнь. Грубые некогда язычники, идолопоклонники, поклонники Солнцу становятся поклонниками живого истинного Бога. Не Бога, который где-то на небесах, где-то там, непонятно в какой ипостаси пребывает, а Бога, который четко и ясно открывается людям, говорит, кто Он, и говорит и озвучивает основную цель своего пришествия в мир. Это спасение рода человеческого от греха, проклятия и смерти. Бог своим Рождеством приближает нас к себе, сам становится сродным с нами. И впоследствии уже выполняет свою главную роль на кресте, конечно же, и в момент воскресения. А от, до речі, от є такі ключові свята саме у православній церкві, загалом у християнських церквах різних, такі як Різдво, такі як Великодень, такі як Вознесення Господнє. А от чи виділяє церква, що, скажімо, це свято є головним, це свято є другорядним, і місце взагалі от Різдва Христового у цих святах, які протягом року відзначають православні християни? Ну, звісно, для нас самим главним собою
событием является Пасха Господня, воскресение. Но что говорить о Рождестве? Не было бы Пасхи, если бы не было Рождества Христова. Поэтому для нас Рождество Христово, мало того, что это 12-й праздник, это тот день, когда мы в храме поем «Христос рождается, славите! Христос с небес, встречайте! Христос на земле, возноситесь, пойте Богу вся земля, весельем вас пойте, потому что Он прославился». Поэтому для нас Рождество Христово стоит в ряде 12-х праздников, но сложилось так, что мы понимаем, мы своим умом принимаем, осмысливаем это событие. Поэтому, конечно же, если говорить о богослужебных особенностях, то начиная с декабря месяца мы после события праздника введения во храм Божией Матери начинаем петь уже рождественский канон, то есть уже приуготовляемся. Потом это рождественский сочельник, поэтому, конечно, необычайный праздник, который стоит наравне с светлым Христом Воскресением. От, до речі, я хотів вас питати стосовно саме різдвяних днів, які починаючи з 7 січня відзначає Православна Церква за юліанським календарем. От є якісь саме церковні особливості, як проводити ці дні і коли вони завершуються? Вони завершуються хрещенням чи як? Да, если мы говорим о зимних январских праздниках, то эти дни мы в Православной Церкви называем святыми днями или святками. Поэтому очень интересно, вот мы с вами уже отошли от Рождества, да, мы на пороге крещения Господня, а мы в Церкви все равно еще живем вот этим ощущением рождественских праздников. В основном и в храмах не убирают еще рождественскую елку, еще вертеп украшен, еще по домам этот дух Рождества он присутствует, потому что исторически когда-то эти два события, крещение и Рождество, они были в единой связи и отмечались в один день. Потом в исторической канве они были разделены, и этот период назван святыми днями, святками. Поэтому много традиций, много традиций общенародных, традиций церковных, традиций приходских и традиций семейных. Поэтому, я думаю, этому нужно будет отдельную передачу посвящать. Они все очень интересные, они разнообразные. Но всегда, исполняя традицию, мы должны все-таки обращать внимание на то, что традиция, обрядовость, она призвана сохранить смысл самого главного, смысл праздника, будь то Рождество или будь то крещение Господне. Ну, до речі, якщо вже згадали, ми досить часто торкаємося цієї теми в рамках наших ефірів. От саме народні традиції відзначення і Різдва, і взагалі різдвяних днів, які припадають на січень місяць, це і колядки, і щедрівки, і вертеп, все що завгодно. От те, що ми можемо бачити на вулицях. От як до цього ставиться церква, як це співвідноситься, власне, так би мовити, з чистою релігією? Дух творит себе формы, поэтому мы не можем, знаете, церковь это не такой вот институт, где право-лево расстрел, можно-нельзя. Мы всегда призываем и говорим, что если обычай призван сохранить праздник, смысл праздника, прославить и расширить, то это хорошо и прекрасно. Если мы касаемся обычаев, которые ничего общего с христианством, православием не имеют, ну, тогда мы уже предостерегаем, говорим, это вредно для духовного здоровья. Что касается колядок, что касается периода щедривок, периода меланкования, да, это все имеет место в нашей истории. И это не просто так, что вот кто-то утром должен прийти утром и попосевать, обязательно лицо мужского пола. Это ведь красивейшая традиция, когда мы, сея зерно на подвирье, в доме, сейчас это уже квартира, пентхаус, не знаю, мы этим говорим, что мы желаем в этом новом году щедрого года, чтобы был мир, чтобы был достаток, потому что если есть на столе что покушать, есть во что одеться, тогда люди довольны и счастливы. Что еще нам нужно, да, если мы говорим о телесном здоровье, достаток, если мы говорим о духовном, Господь нас одарил, у нас есть Матерь, Церковь. Поэтому эти все обычаи, они настолько красивы, они настолько необходимы, только следует каждому человеку, в принципе,
ну, узнать исконность этих традиций, прочитать, узнать у своих родных и близких, может быть, там у священника, да, у историка узнать, чтобы не зайти в какую-то, знаете, ситуацию, когда с тебя могут посмеяться. Потому что мир настолько меняется, настолько идет трансформация, что люди хотят трансформировать то, что не трансформировалось уже столетиями. И здесь может быть такая, знаете, странная ситуация, когда мы сохраним какой-то обычай, но он уже не будет говорить о главном, о празднике. Угу. Отець Максим, до речі, у цьому контексті ви перехопили, можна сказати так, моє наступне запитання. От ви згадали про ту тонку грань, яка відмежовує, скажімо, народні традиції від церковних традицій, якісь народні традиції сприймаються церквою, якісь народні традиції не сприймаються церквою, оскільки вони несуть певне, скажімо, таку певну конотацію, яка відноситься чи то до язичництва, чи до інших релігій. От як відрізнити? Це виключно література, це священник, оскільки, скажімо, у одного священника може бути одна думка, у іншого інша. От як бути у цій ситуації простіше? Опять-таки, от теж слухаю вас, вспоминаю, як ми провели Рождество лично на моєму приході. Ну, я не являюсь каким-то постулатом правильного определення традиції і так далі, но ми поємо колядки, в них ми прославляємо новорожденного Спасителя мира. Мы поем колядки после литургии 7 января, потом мы едем в гости тому человеку, кто нас пригласил. Мы едем к правящему архиерею, мы по дороге, встречая людей, поздравляем их с Рождеством Христовым. Потом обязательно на протяжении уже, ну, наверное, 6 лет мы устраиваем всенародное пение колядок в одном из торгово-развлекательных центров нашего города, точнее, левобережной его части. Потому что здесь на правом берегу есть свои священники, своя активная молодежь, так как мы на левом берегу, мы там. Мы в этот вечер, вечер Рождества, встречаемся на центральный вход, приходят люди, молодежь, все. И мы поем колядки. Потом мы выходим на проспект, идем по проспекту, мы заходим в продовольственные магазины, нас уже ждут, нас помнят. Вот вам обычай, вот вам традиция. Ей уже 6 лет. Плохого ничего нет, есть только позитив. Люди нас благодарят, радуются. Поэтому каждый человек, который принадлежит к церкви, к определенной христианской общине, пусть сообразовывает свои традиции с духом церкви, с духом прихода. И я думаю, что силой Божьей при разумном понимании никто ему не даст уклониться в какую-то ересь. А все, что мы там можем где-то прочитать такое, знаете, дореволюционное, что-то такое интересное, здесь нужно быть очень аккуратным, потому что очень много связанного с ритуалистикой, с магизмом, с тем, что к христианству не имеет никакого отношения. Отець Максим, пропоную перейти до наступної частини нашої розмови, власне, водохреща. Я так думаю, що ви знову ж таки скажете, як це було і у випадку з Різдвом Христовим, що скоріше не водохреща, а саме хрещення Христа. Да. Хрещення Ісуса Христа, от власне історія цього свята. Історія дуже цікава, тому що після Рождества Христова Господь выходит на общественное служение свое. Он идет на реку Иордан, где, исполняя Божию правду, принимает водное крещение от рук Иоанна Крестителя. Иоанна Крестителя, который был предтечей самого Господа Иисуса Христа. И выйдя из этих вод иорданских, все, кто присутствовали там, согласно Священному Писанию, повествованию Евангелия, они увидели тайну явления Святой Троицы. Был явлен Дух Святой в виде голубя, был явлен Господь Иисус Христос, Бог Сын, и Бог Отец говорил с небес, и слышали Его голос: «Сей Сын мой возлюбленный, о Нем же благоволи, в Нем мое благоволение». Поэтому своим телом Христос осветил водное естество всего мира и показал нам образ, показал образ смирения, образ принятия того зрака, раба, образа раба, который помогает все-таки вернуться к образу сыновства. Поэтому с тех самых пор все христиане по завету Христову принимают водное крещение во образ отсекания греха и во образ восстания от греховной спячки, от смерти, во образ служения уже обновленному
естеству, в обновленном естестве служения Богу. Поэтому событие крещения, Богоявление, это тоже один из великих праздников. И действительно, как вы сказали, очень глупо, если человек сводит все лишь к традиции водоосвящения. Этот чин, несомненно, существует в церкви, однако это не центр события Богоявления Господня. Ну, до речі, от давайте, можливо, дещо більш докладно про це поговоримо. От багато хто зараз, ну, ті, хто, скажімо так, мало воцерковлений, от вважають, що прийти, скажімо там, чи не Різдво, скоріш, напевно, навіть на Великодень, це означає, коли тебе водичкою так побризкають. От взагалі, от вода от для церкви, да, свята вода, освячена вода, от яку вона роль має і взагалі от для звичайної людини? Вода от саме в церкві, от що вона? Опять-таки ми говоримо о тому, що є образ скверни. Грех – это скверна, это что-то нечистое, это что-то грязное. Вода – это то средство испокон веков, от начала, сколько помнит себя человечество, если можно так сказать. Вода – это способ очищения от грязи, от скверны, очищения как своего тела, так и своей одежды. Поэтому не случайно Бог, знаете, вразумил Иоанна Крестителя, который крестил в Иорданской реке крещением покаяния. Христос крестил нас всех крещением и крестит крещением обновления в жизнь вечную, открывает нам двери Царствия Небесного. Поэтому вода в церкви играет очень-очень важную роль. Через водное крещение мы показываем, что очищаясь телесно, мы в первую очередь должны очиститься духовно. И после очищения духовного, через таинство крещения, через принятие освященной крещенской богоявленской воды, как мы называем ее в церкви, агиасма, то есть святыня, когда мы принимаем ее вовнутрь, мажем больные места, помазываем глаза, у кого какие телесные проблемы, мы освещаемся, потому что вода является источником освящения. Но не сама по себе вода, а Дух Святой, который сходит по молитвам церкви, по просьбе церкви на эту воду. До речі, от тесь Максим хрестив Ісуса Христа і Іоанн Креститель. Власне, от перші століття існування християнської церкви було багато єресей, було багато сект. Це період семи Вселенських соборів. От були навіть секти, де фігура Іоанна Крестителя була ледь не більш такою, скажімо, впливовою, говорячи сучасною мовою, ніж фігура самого Ісуса Христа. От у сучасній православній церкві роль Іоанна Хрестителя, якою вона є, якою ви її бачите? Святой пророк, предтеча и креститель Господень Иоанн – это проповедник покаяния, это предтеча Господень. Тот, кто предтекал, да, предшел перед Христом, он уготовил путь Иисусу Христу. Он начал говорить: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас». Он говорил об этом, что вот начало покаяния. К нему приходили люди и говорили: вот мы воины, как нам жить? Вот мы такие люди, мы люди такого звания. И он каждому давал наставление. Он начал готовить Бога спасаемый народ к принятию более высокой духовной пищи. Той пищи, к которой люди не были готовы на тот момент. Если бы пришел Христос, ну, понимаете, это мое размышление в свете евангельском, если бы пришел Христос, люди бы не услышали его проповедь, потому что она была настолько возвышена. И вот Иоанн Креститель, он приуготовлял людей, указывая на их грязь. На их грязь не только и не столько грязь физическую, сколько на грязь духовную. Поэтому роль его велика, он для нас учитель покаяния. И, как сказал Христос, не родился больше на земле, чем Иоанн Креститель. Он ближний друг Христов, он мученик, он страдалец, и ему посвящено множество храмов православной церкви. До речі, якщо от ми говоримо про водохреща, саме церковна традиція відзначення цього свята, якою вона є, особливості, можливо, літургійні є, от про це хотілося подивитися. Є дуже багато таких особливостей, знаєте, особливо багатьох віруючих удивляє факт того, що освящається вода і в крещенский сочельник 18 января и 19. Некоторые верующие путают и говорят: это вода более сильнее, более благодатнее, это вода менее благодатнее. Но у нас еще приборов таких нет, чтобы испытать Божью благодать. Насколько сердце человека
широко открыто навстречу благодати Божией, настолько он эту благодать и чувствует. Вот разница между людьми, разница между их восприятием. Поэтому, что касается традиции водоосвящения, мы освящаем воду в крещенский сочельник и 19 января, в день Богоявления Господня. Мы ее освящаем 18-го в ту память, что когда-то в Иерусалимской церкви был основан такой замечательный крестный ход. Крестный ход на Иордан, к тому месту, где принимал крещение Спаситель. Это первая версия. И вторая версия, конечно, она близка нам, потому что несколько раз в год все оглашенные, те, кто готовились к принятию крещения, готовились они не день и не два, и не месяц, а продолжительный период времени, они призывались в церковь, где епископ совершал над ними таинство крещения. Это происходило в Великую Субботу накануне Святой Пасхи, и это происходило накануне Богоявления. Поэтому в этот день освящалась вода, и в этой воде принимали крещение те, кого мы называем оглашенные. Вот. А 19-го уже они вместе с верными чадами церкви принимали участие в праздновании крещения Господня. Ну еще знаете, как можно сказать, 18-го освящаем воду мы для того, чтобы осветить человеческое естество, а уже 19-го, когда мы выходим на Иордан, когда мы идем к водоемам, к источникам водным, мы освящаем все вокруг. Через освящение водоема освящается вся природа. Поэтому вода одинаковая, освящается одинаковым чином, только в два дня, 18 и 19 января. До речі, от отець Максим, якщо говорити про обряд хрещення, зазвичай у сім'ях, які є близькими до церкви чи православними, дуже так глибоко віруючими, хрестять дітей ще немовлят. Тобто дітей там, я не знаю, коли дитині там рік, там більше-менше. От мені просто цікава ваша думка. От як вам здається, більш правильним є, коли хрестять саме от дитину у такому віці, чи коли людина, скажімо, досягає повноліття чи якогось віку і хреститься сама йде в церкву до того чи іншого священника і проходить це таїнство? Я скажу, знаєте, не по моєму мненню, я скажу так, як церковь це сповідує вже багато століть. Ми крестимо, починаючи з 40-го дня від народження дитини, не для того, чтобы только лишь присовокупить его к церкви. Вот он крещен, значит, он христианин. Не для того, как многие нам говорят, чтобы все было хорошо, батюшка, покрестите, чтобы не болел. Все болеют, и мы будем болеть, и мы будем страдать, будем радоваться на этой земле, и будем даже умирать. То есть, знаете, такие неправильные понятия о таинстве крещения. Мы крестим для того, чтобы избавить человека от влияния первородного греха, который связывает его тело, его душу, который не дает уму приближаться к Богу. Мы крестим для того, чтобы вслед за крещением, за этим водным крещением осветить его духовную сторону в таинстве миропомазывания, первых два таинства, которые принимает человек. Мы об этом читаем в Священном Писании, о том, что крестились младенцы с первых веков христианства. И, конечно, почему мы должны лишать своих маленьких детей, которые, может быть, еще умственно не так развиты, как мы, но в зачаточном состоянии у них уже этот базис есть, просто нужно время, чтобы он открылся, этот базис. Да, мы для этого ходим в детский сад, в школу, в какие-то развивающие кружки, группы. Креща человека, мы просим, Господи, освяти его душу, его тело. И чем раньше мы освятим эту душу, это тело, тем благотворнее будет развиваться его нежнейший возраст, его младенчество, его детство и его юность. Но не стоит забывать о элементах катехизации. Просто покрестили, вернулись к своей греховной жизни и ничего не делаем. Простите, тогда вопрос, зачем пришли, зачем крестили? Поэтому в церкви ныне назревает, она давно назрела, эта ситуация, но мы, священнослужители, по любви, снисходя, склоняя голову, прося, говорим, вы же занимаетесь, вы же просвещаете. Люди говорят, да, но лишь малый процент после крещения своих детей – в принципе, посещает воскресную школу и хоть как-то вразумляет своих детей в вопросах веры. Остальные, к сожалению, возвращаются к такой же привычной жизни, лживо, неправильно,
полагая, что крещение каким-то непонятным образом сделает все за меня, за крестных и за моего ребенка. Поэтому здесь Бог помощь, Священное Писание и 2000-летний опыт церкви. З іншого боку, якщо ми знову ж таки поговоримо трохи про народні традиції, от зрозуміло, я думаю, от ми буквально днями побачимо, коли багато людей пірнають в ополонку, у такі, скажімо, не так не дуже сприятливі кліматичні умови у нас для купання саме в цей період. От зрозуміло, що в Іорданії тоді була трохи інша погода, трохи інші погодні умови. От ставлення церкви, власне, до народної традиції і як давно вона з'являється саме в наших широтах занурення в ополонку у зимовий період часу? Ну, этот такой обряд, он появляется, знаете, и о нем мы читали, и в 19 веке есть источники, начало 19 века, и в каких-то исторических книгах, и в литературных каких-то произведениях. Большую широту он получил после того, как распался Советский Союз. Люди из этого духовного вакуума вышли, им нужно было чем-то наполнить свою жизнь. Они искали этой духовности, они все-таки понимали, что Бог есть. Они все года в советском бытии своем это понимали, но об этом нельзя было говорить. И вот получилось так, что духовный вакуум есть, его нужно чем-то заполнить. И люди многие начали вспоминать, что были в селах, в деревнях вот такие вот хорошие традиции. Но опять-таки была взята традиция, но не был взят дух этого праздника. Поэтому многие люди в наше время, знаете, от сердца, с чистой уверенностью говорят, что раз в год, трижды искупавшись в крещенской проруби в ополонке, прощаются все грехи. Об этом мы нигде не читаем. Это выдумка тех людей, которые неправильно воспринимают эту, в принципе, неплохую традицию, но лукаво себя обманывают. Окунулся три раза, и все грехи прощены. Нет, дорогие христиане, грехи прощаются в таинстве покаяния и омываются слезами покаяния и делами покаяния. Поэтому будем об этом помнить. Але негативно церква не ставиться до цієї традиції. Ми относимся к этому снисхождением, ми йдемо на водойом, ми совершаем крестний ход, совершаем освящение. То есть через это ми просим Бога освятить все води, всего естества водного в мире, щоб все благотворно происходило от этой води. И люди пусть себе купаются, но мы призываем, пожалуйста, с верой, с молитвой, соблюдая рекомендации не только духовные, но и, конечно же, медицинские. Отець Максим, буквально 30 секунд у нас лишається. Чи вірно говорити, що от, власне, святом водохреща, хрещенням Христа закінчується оцей, скажімо так, не цикл, а період саме різдвяних свят? Рождественские праздники заканчиваются, но впереди еще конец января, который принесет много праздников и много именин, таких как праздник святой великомученицы Татьяны, святой равнопостной Нины и много-много других. Заглядывайте в православный календарь, звоните, приходите в гости к родным и близким, посещайте Божий храм, живите в вере, надежде, любви. И пусть все праздники нам помогут быть добрее. Что ж, я дякую вам за эту разговор. Нагадаю, сегодня у нас в гостях был священник Максим Злобін. На все добре.